И вот такая вот полянка маслят. Повстречалась мне, правда, уже переростки. Вот, покажу. С этой стороны вот это вот все бугорки, которые торчат. Это все маслята. Все бугорки, вон там ближе к ведру, это маслята. Вот маслята. И пошли. Вот такая полянища маслят. Как видно, уже они поперерастали. Офигеть. Вот сколько их. Ну вот эти еще можно собрать, вот молоденькие. Вот такая полянка. Друзья, кто хочет маслят, идите срочно за ними. Потому что за 2 дня, с воскресенья по выходных, с 2 сантиметров они повырастали вот в такие лопухи. К следующим выходным от них уже останется одно название. Поэтому поспешите. И полезки встретились. Вот такие. Но червивые. Так что оставляем их здесь. И первый подосиновик на сегодня. Вот такой крепенький, хорошенький. Рядом вот еще малыш растет. А с другого бока пошли маслята. А вот еще замечательная семейка подберезовиков. Вот какая парочка сидит. И дальше. Вот вообще малыши. Вот так покажу. Вот такое семейство. Совсем маленьких лезет. Ну и тут немножечко постарше. Вот один. И еще чуть-чуть. Вот такие подберезовики. Одна семейка подберезовиков. Вот такие молоденькие крепыши пошли в рост. Вот такие малыши. Лианами сейчас растут дождевики. Вон там дальше еще вот такое семейство дождевиков. А эти грибы называются чесночники. Правда, они подсохли слегка, потому что сухо сегодня у нас. Но запах чеснока от них сумасшедший. Берешь в руки — такое ощущение, что держишь чеснок. Наконец-таки я их нашла. Осталось теперь опробовать в качестве приправы. Ну, вот такой итог получился за сегодня маслят. Маленькие уже отходят. Чтобы их насобирать, нужно постараться, поискать. Маслята растут очень-очень быстро. Так что, кто желает, вперед за маслятками. Все, на этом все. Удачной всем, тихой охоты. Пока-пока.